Тема «Польза физических наказаний для детей». Цель продажа специальных средств для физических наказаний. Целевая аудитория родители, где на родительском собрании и когда вечер пятницы. А кто у нас сценарист? Потому что наше задание мне нравится все больше. Команда сами придумала. Кто темы задавал? Все, давайте поддержим. Кто встает, я жду. На всякий случай выключи запись. Добрый день, родители. Всех вас очень рад видеть в пятницу. Спасибо, что все пришли. О, кого я вижу? Вы отец Петрова, да? Как классно, ваш сын учится, а не пятерки. Да, у меня есть сын. А вы сын Иванова. Да, да. Ну, тоже очень все как надо. Пятерка, поведение в норме. Все. А вам, сын, отец Малеши, это выступление то, что надо. Не годится, да. Васин, конечно, ну вы все поймете. У нас собрание сегодня необычное. Мы хотим представить гордость нашего школы. Ну, вы замечаете, портрет висит на стене. Это он. Денис, он Васильевич. Еще рано. Ничего, Влад, вы спортсмен, призер всероссийских единоборств посмешанных. Наша гордость. Но он не всегда таким был. Он был двоечником, плохо учился, дрался. Мы даже думаем, что из него ничего хорошего не выйдет. Там тюрьма, все такое. Но как-то он сумел выбиться, и он вам расскажет, как он добился таких. Как говорил мой отец, без труда не вытащить рыбку из пруда. Ну, как я добился успеха? Я тренировался в спортзале, я много спал. Спать – это важно. Диету, да, я соблюдал диету. Она нет. Знаете, когда мои друзья по двору звали меня погулять, это было как в той басне «Стрекоза и муравей» или «Стрекоз и муравьи». Ну, в общем, вы поняли. Мои друзья как стрекозы бегали везде, игрались, а я как муравей ходил в тренажерный зал. Да что ты тут заливаешь вообще? Если бы не папкин ремень, ты бы через неделю тренажерку бросил, а? Еще мне мой дед говорил. No pain, no gain. Тоже да. Но если мой отец и мой дед применяли просто по классический ремень с большой бляхой и не гнушались его использовать, то сейчас прогресс дошел. И у нас теперь есть наручники, которые бьют током, когда ребенок что-то делает не так, либо когда он вышел из дома погулять с друзьями во двор. Да? Какой? Система образования Скорпио. С тех, кто скорпио. Женечка, вы знаете, А ты не хотела покупать? Помнишь, мы с тобой год назад обсуждали это вечером? Я, если честно, была вообще против вот этих физических наказаний. Ну, я считаю, что это неправильно. Ну как неправильно? Смотри. Придет. Мне кажется, он мог бы достичь успеха в других областях. В олимпийскую сборную уже подали заявку, уже одобрили. Скоро сборы поедет. Ты не понимаешь.
понимаешь, можно иногда добиться... лучше. Да, лучше, пойми мне. Мама, вот ты не права. Вот, послушай, папа прав. Можно добиться успеха не только, там, если бить ребенка. У тебя же были предпосылки к балету, помнишь? Ты же богат, там, 2 года. Это просто... Я фотографировала там. У моих подруг, у них деточки стали очень успешными в балете. И кого они теперь приводят домой знакомиться с родителями? Они правда никогда не увидят внука. А что? В принципе, я доверяю тебе. Я думаю, что ты принял правильное решение. В принципе, я сейчас горжусь действительно своим сыном. Товарищи родители, посмотрите на наш пример. Передовые технологии. И мы знаем, где их купить. Денчик нам принес внука. Отобрал. Я принес эту штуку, да, классную, да, про которую ты говорил. Вообще. Да. Друзья, я сегодня представляю компанию, которая производит эти удивительные предметы, эти удивительные средства, которые позволяют делать из непослушных детей. Смотрите, это достойнейший член общества. А вы это конечно, абсолютно. Давайте я покажу вам график. Вот. Смотрите, мы начали свои продажи уже 10 лет проводим. Мир быстро меняется, и физические наказания, они в некоторых странах запрещены. У нас тоже как-то относятся к ним не очень хорошо с законодательной точки зрения. Поэтому давайте сначала расскажу про наши средства. Нет, я сейчас вернусь к графику. Наше средство, оно не оставляет никаких следов. Оно не то, что прям больно, но ощутимо, и человек, ребенок, конечно же, понимает. Некоторый период адаптации, конечно, да, возможны негативные эффекты, ребенок плачет, писается, но это все быстро проходит. Вот, да, как раз, я думаю, сейчас будет интересно посмотреть график. Это время, успеваемость и график, примерно небольшой провал, а потом смотрите, как быстро идет рост. Это рост успеваемости. И все благодаря единственному браслету, которым полностью управляете вы. Мы проверяли наш браслет на собаках, на прочих животных. Это абсолютно безопасно. Все собаки, все остались живы, они перестали писаться по углам и стали делать это в исключительно отведенных для этого местах. Дальше мы 30 лет назад начали эксперименты с детьми, когда законы были менее жесткие. И нам удалось зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Только сейчас, если вы в течение 3 дней, мы приехали, привезли наш продукт, в течение 3 дней вы получаете скидку, мы готовы вам продать сколько угодно браслетов, вы видели, насколько они эффективны. И закончить я хотел бы такой пословицей, такой метафорой, которую усвоил еще от своих родителей. Звучит она как... Еще ж в рифму надо. Да. Если в жизни мало боли, то нет развития воли. Покупайте наши браслеты. Спасибо.